Всем привет, с вами как всегда Влад, и вы на моем канале. И сегодня я вам буду показывать свой инвентарь. Мы будем начинать с конца, потому что это в начале самые редкие. Вот это вот пиксель. Моя самая первая эта штука из Origin коллекции. У меня был пиксель V2, но я понял, что этот пиксель дороже и круче. Дальше. Вот этот вот MP7 черн из Fable коллекции. Наконец-то Furious. Furious коллекция, название Fissur. По 90 редкость. Камон. Дальше. FNL Акьюмерайн. Редкость Камонка. Название Скорпион. M40 Cursed Fire. Этот Empire коллекция. Редкость Камон. У меня максимально будет Трарка. Болт Шарп коллекция. Камонка. Cursed Fire Empire Камонка. Турет. Оружие, на которое имеет тащу, шарп коллекция, М60 ред, редкость Камонка. Но почему-то хотя бы даун Камонки не тянет. Это тянет. G22 Yellow Line. Ун Камонка, Скорпион коллекция. Это тоже у нас Ун Камонка, Нано, типа тоже Скорпион коллекция. Текнайн Аура, Ункамонка Фейбл. Мое нелюбимое оружие с кином Даска, Ункамонка. Шарп коллекция. Этим оружием я никогда не пользуюсь. Поэтому скин можно спокойно продавать. Имба. АКВОМ, Ункамонка Фейбл коллекция. Любимое оружие на Т-стороне. Ради чего я играю в тестовую. АКР-12 Спринг Ункамонка Скорпион коллекция. Фамас Гун Самок. Ункамонка Шарп коллекция. Элбатиан Эмпайр коллекция Ункамонка. Оружие популярное. М110 Пурсит. Ункамонка Шарп коллекция. Purple Кама. Редкость Рарка Шарп коллекция. Desert Eagle Est. Рарка Фейбл коллекция. Течо. Рарка Фейбл коллекция. Мое любимое оружие практически. М4А1 Китсуне. И на этом оружие я раньше тащил как мумик. М16 Нидел Рарка. Вот для чего создана моя жизнь стендовка. Ладно, кому этот ролик понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на всем. Пока-пока.